Но Жириновский, он же как хамелеон. Он не политик. Он не серьезный человек. Да бывает собака, которая там лает, там, всегда держит там, в степи, там, его вообще не отпускает. Он тот же самый. Его всегда держат, он всегда лает. Но он чересчур там перестарался. Он даже не знает, о чем он говорил. Дай ему микрофон, там, возможность поговорить там, по телевизору, там, он будет болтать. Он болтун настоящий. Он что сделал? Он полностью отношение, как скажем, других национальностей, которые считают себя гражданами России, чеченец, дагестанец, ингуш, карачаец, балкарец, не имеет значения, там, кабардинец. Там. Он всем, вот он всем показал, что он не патриот, он не болеет душой за русских, за россиян, за государство. Он показал свое истинное лицо, что он настоящий, действительно, болтун, клоун. Я его считаю клоуном-болтуном. Он никогда, вот у него не было серьезного ничего. Поэтому мы считаем правильным отказаться от такого руководителя партии, и чтобы в Чеченской республике не было партии ЛДПР с руководителем Жириновским. Если его уберут оттуда, да, там серьезные, хорошие люди в партии есть, достойные люди есть, патриоты есть, но он клоун. Его место там... Там где-то в Министерстве культуры надо найти ему место, в кинотеатрах, там, чтобы он там роль играл клоуна.